Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. ГИБДД начала использовать новую тактику при выявлении водителей-нарушителей. Наряд или наряды ДПС располагаются не только в конкретной точке улицы, но и спустя несколько сотен метров, например, на магистрали, которая расположена перпендикулярно. Получается двойной кордон, проскочить который, например, у пьяного шофера шансов меньше. К тому же, говорят в госавтоинспекции, это попытка обмануть водителей, которые читают чаты с информацией о местах нахождения патрулей. Трасса 101. Правительство России не одобрило идею введения в школах отдельного предмета по изучению правил дорожного движения. Дескать, это чересчур нагрузит и преподавателей, и учеников. Соответствующих уроков по ПДД в рамках ОБЖ или факультатива достаточно. С инициативой выступила общественная организация «Национальный автомобильный союз». Она даже предлагала включить вопросы по ПДД в единый госэкзамен. Трасса 101. Hyundai Creta в конце лета этого года оставила за собой звание самого покупаемого в нашей стране нового кроссовера. Машина сейчас стоит минимум 1 миллион 200 тысяч. На втором месте оказался Renault Duster от 1 миллиона рублей. Бронза у Лады 4x4 со стартовым ценником 650 тысяч. Также в первой пятерке оказались Volkswagen Tiguan и Kia Sportage. Цены на них начинаются, соответственно, почти от 2 миллионов и 1 миллиона 855 тысяч рублей. Трасса 101. Компания Tesla запатентовала дворники нового поколения. Очищение лобового стекла от грязи происходит не механически с помощью щеток, а благодаря лазеру. Лазерный луч выстреливает в загрязнение, из-за чего оно полностью сгорает. Происходит это автоматически. Водителю нажимать на рычажок не надо. Некоторые специалисты оценили изобретение скептически. Основной их вопрос: а если человек нечаянно подставит руку под лазер, она тоже сгорит? Трасса 101. Народная мудрость: дурак дурака видит издалека. То же самое, видимо, касается пьяных водителей. В США нетрезвый шофер не справился с управлением и вылетел с трассы в канаву. К счастью, он остался цел и невредим. Американец вышел на дорогу, и его подобрал еще один выпивший драйвер. Оба они и попались в руки полицейских. Обоих наказали лишением прав на 3 месяца. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. Трасса 101.